Шикарные голливудские локоны вне времени и поколений. В детстве ответственная за мою прическу была мама. Теперь приходится справляться самостоятельно. В ход идут различные видеоуроки. А если нужна более сложная стрижка или укладка, лучше обратиться за помощью к профессионалам. В гримерной телеканала «Самара ГИС» кипит работа. Ирина Артас старательно делает прическу телеведущей. Задача ответственная, отмечает мастер, ведь в кресле лицо телеканала. Телезритель обращает внимание на множество деталей. Харизма, умение красиво говорить и безупречный внешний вид – это основные составляющие успешного образа. Укладки ведущие выбирают разные. Классика на все времена – легкие игривые локоны. Важно не только проработать каждую прядь, но и закрепить результат. Обязательно нужна сильная фиксация лак, то есть это все закрепляем. Если это собранная прическа, используем где-то начес, шпильки, невидимки. Мастера индустрии красоты оказывают клиентам широкий спектр услуг. От классической стрижки до сложного окрашивания. Марафет наводят даже животным. Глазки отмылись. Знакомьтесь, это Дэнни. Пес попал в приют месяц назад. Питомец очень ждет своего хозяина, поэтому ответственно готовится к знакомству. Ведь встречают, как говорится, по одежке. Вообще мы очень любим водить наших собак в салоны красоты. Здесь они действительно раскрываются, показывают, какими они могут быть. И, конечно же, это помогает им покорить сердца своих будущих владельцев. Бывали случаи, когда собачку забирали даже вот на следующий день после груминга. В программе полный комплекс процедур. Над преображением Дэнни трудится Алена Тур, профессиональный грумер. Женщина отмечает, купание собаки – целый ритуал. Перед ним нужно привести в порядок когти животного, почистить уши и расчесать шерсть. А сразу после банных процедур важно тщательно просушить мех четвероногого друга. Дэнни уже с трудом узнает свое отражение в зеркале, но это еще не финальная стадия преображения. На очереди стрижка. Специалисты утверждают, ухоженный питомец – счастливый питомец. Такие процедуры благоприятно сказываются и на здоровье животного. Ведь колтуны и густая шерсть – раздолье для блох и клещей. Плюс ко всему, каждому четвероногому клиенту нужно найти свой особенный подход. Собачки, да, по темпераменту очень разные и по характеру. Кстати, бывают собачки, похожие на хозяев приходят. И по характеру тоже. Хозяин приходит спокойный такой, больше одуванчик, и собачка такая же. Бывают собачки приходят очень избалованные, то есть он там самый важный в семье. Соответственно, он и здесь. Лапу держит на пульсе. Но если он видит хозяина, он делает вид, что он умирает. Что тут его измучили и вообще... Неважно, кто клиент, человек или собака, настоящие мастера сходятся в одном. Главное – любить свое дело и каждому клиенту относиться с теплом, добротой и заботой. Ксения Баканова, Николай Епифанов, Константин Головин. События.